Новый рейс в Калининград запустили из аэропорта Махачкалы. Он предполагает техническую посадку в Брянске на 40 минут. Первый рейс уже совершили. Полеты будут выполняться по вторникам и пятницам на канадских самолетах. Каждый борт сможет доставить из Брянска в Махачкалу и обратно 50 пассажиров. Ожидается, что рейсы будут выполняться до конца марта.